Клиника «Генезис» – самый современный лечебно-диагностический центр в Крыму. Диагностика и лечение всех видов заболеваний на оборудовании экспертного класса последнего поколения. Высокотехнологичная хирургия, добрый отзывчивый персонал. Город Симферополь, телефон 549-30. Головокружение – это ощущение неуверенности в определении своего положения в пространстве, кажущееся вращение окружающих предметов или собственного тела, а также уход почвы из-под ног. А вы знаете, что существует 20 видов головокружения? Об одном из них расскажет нам врач-невропатолог клиники «Генезис» Олег Савельев. На самом деле головокружение – одна из самых нелюбимых жалоб современного врача. Пациенты могут предъявлять абсолютно разные жалобы. Но на самом деле существует несколько типов головокружения. Первое – это истинное головокружение, когда у человека создается иллюзия вращения предметов. Второе – это нарушение равновесия. Человек отмечает изменение походки, ощущение опьянения, как будто пьяная походка. И третье – это очень неопределенные жалобы на изменения координации движений, изменения ходьбы и многое-многое другое. Причиной головокружения может быть заболевание абсолютно разных систем – дыхательной, сердечно-сосудистой, заболеваний органов зрения и слуха, но, конечно же, заболевания центральной нервной системы. Сегодня мне бы хотелось поговорить об одном из видов головокружения, которое связано с изменением положения тела или головы. Оно называется доброкачественное позиционное пароксизмальное головокружение. И вся проблема кроется внутри нашего уха. Наше тело поддерживает равновесие в трехмерном пространстве за счет того, что внутри нашего уха существует система полукружных каналов. Каждый канал располагается в определенной плоскости. Внутри каналов находится жидкость и клетки, которые при изменении положения тела меняют свое расположение. Сверху клеток находятся мелкие частички – отолиты. И если возникает проблема и при резком изменении положения головы происходит отрыв отолита, он закупоривает один из каналов. И все очень просто. Наш организм получает неправильную информацию о расположении нашего тела, и возникает иллюзия головокружения. Как же с этим бороться? На самом деле лечение очень простое. Нам не стоит принимать гору медикаментов. А вся проблема решается путем выполнения так называемой гимнастики для головокружения или вестибулярной гимнастики. Вы знаете, в каком положении у вас возникает головокружение. И все просто. Поверните голову в эту сторону. Возникло головокружение. Задержите голову в этом положении на 30-40 секунд. Выполняйте эти упражнения 5-6 раз в день. И уже в течение недели вы увидите, насколько меньше вас стало беспокоить головокружение. Самое главное, помните, если появились симптомы, которые не позволяют вам качественно жить, обратитесь к врачу. Будьте здоровы! Принцип работы клиники «Генезис» – это предоставление полного объема услуг, диагностическая и лечебная помощь в едином комплексе. Высококвалифицированные врачи клиники объединены общей идеей – помочь каждому пациенту обрести здоровье. Клиника «Генезис» – самый современный лечебно-диагностический центр в Крыму. Диагностика и лечение всех видов заболеваний на оборудовании экспертного класса последнего поколения. Высокотехнологичная хирургия, добрый отзывчивый персонал. Город Симферополь, телефон 549-30.